не успели зайти, первое положительное впечатление. Вот они. Красавцы опята, уже взросленькие. Но это не все. Переводим взгляд дальше. Вот уже помоложе, покрасивше. Вот они вокруг пенечка. Вот такие красавцы. И дальше. Отдельными небольшими кустиками на ровном, на ровной поверхности. Тут нету. Вот. Вот они, они. Вот они. И вот тут их немножко есть. Ой, вот красивый опёночек. Чудесный экземплярчик. Начинаем работать. Вот это рядышком тоже из земли вышли. Вот они. Вот такой. Вот такой натюрморт. Спустились уже глубоко, дикие дороги, и вот такой раритет. Долго он тут рос, наверное, непонятный, вроде и сернисто-желтый трутовик, но не похоже. Ладно, будем определяться, что это. Попадается опенок, но влаги не хватает, а росы не хватает. Отдельные, которые вылезли несколько дней назад после дождей, уже чернеют снизу. Может быть вкуснее, чем жареные свежесобранные опятки.